вы смотрите новости онлайн. Церемония захоронения праха певца на родине отложена. Такова воля его семьи. Вечером 27 ноября тело прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского будет кремировано, а прах разделен на две части. В 13:00 28 ноября одну из урн захоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Вторую, согласно воле артиста, перевезут на его малую родину в Красноярск. В Москву уже прибыла делегация оттуда. Дмитрий Хворостовский был почетным гражданином Красноярского края, и по согласованию с его родными на набережной Енисея будет создан мемориал Хворостовского, рассказал исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус. Кроме того, решается вопрос о ряде переименований в городе. Мы хотим назвать именем Хворостовского Институт искусств, в котором он учился, театр оперы и балета или большой концертный зал, в котором Дмитрий Александрович давал свой последний концерт в июне этого года. Его проявлению мужества, стойкости и силы красноярцы рукоплескали стоя. Но вопросы эти, как и место захоронения, будут решаться позже, через несколько месяцев, пока же родители Хворостовского находятся в тяжелом состоянии и не могут этим заниматься. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!